то, что ты делаешь, блядь. Где он? Ух, жарко! Словно снова в Ираке очутился. Нет, с той стороны все-таки круче было их мочить, потому что все-таки я нормально все делал, и то он тут что-то возникает. Так. Что делать, захват? Захватить аэропорт. А каким образом? Эй! Да ёб, кто палит? А, ну все, Уиллиса уже нету, да, считайте? Как мне его снести? Наверное, вот этой... Во, вот этим попробуем. Ой, все, баба. Нормально. Как туда забраться? Где он там вообще? Молодцом, молокосос. Похоже, наш бандуй привлек внимание. Молокосос, я че, офигел, что ли? Так. И ты давай, дурака, не валяй. Вынеси этот минометный расчет. Там, кто жаждет мстить за павших товарищей. Какой мина... Ёп! Понял! Супер! Какой минометный расчет еще? Подожди, что он сказал? Блин, он что-то про миномет сказал, ёпрст. Ай-яй-яй. Блин, подождите. Стоп, секунду. Убить мятежника! Жив! Пожар! Ну, уровень у меня, кстати, уже давно. Держать позиции! Офигеть. Выстрел в голову. Там про миномет что-то шла речка. Ну, там. На как туда забраться-то, ёпрасте? Подождите. Тихо. Давай. Что-то с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Блин, как... Я хотел, но как туда забраться, я не знал просто. Обидно. Ну ладно. Ну я, конечно, подозревал, вот там, может быть, как-то, по этой. Где ж ты там прятался-то, непонятно. Давайте попробуем. Да ёп. Не, ну вообще сюда лично, мне кажется, сюда только спускаться надо было. Согласитесь. Тогда не знаю. Ладно, давайте. Куда запрятался? За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах, от мусора или от гниющих надежд. Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чита прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита к делу. И где оно? На том слетающем самолете. Вот блин! Держи!
Может пригодиться. Парашют. Побежали. Чё, доберитесь до квадроцикла. Да как я его догоню, он сейчас улетит. А, костюм Крылович. Да вы офигели, он уже взлетел. Ну что, вперед? Чё, прям разгоняться? Чё? Блин, я не успел даже прочитать, там такой текст. До свидания, бомбу ему. Во, красавчик. Офигеть, он меткий. Блин, как же это эпично. Вот сюда давай, тут листик. В дерево не врежься. А то упадешь. Да куда ты? О, нормально. Какого? Я так понимаю, папка у тебя? Да, и тут ни хрена нет. А чё так крутится? Так, освободите Улис. Кстати, Кречина, хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь, узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый – сдать аэропорт. Шаг второй – нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Так, ну пусть с ним Мишка разберется. Охренеть! Тупо сраная яма? Нормально. Так, а мне, в принципе-то, медведь-то нужен. Где он? Тяж. У меня вроде такой же пулемет, да? Осторожней. Бедный медведь. Ну, ладно. Я всего одного-то замочил. Может, он ушел? Где медведь-то, ёкарный карась? Да вы гоните. Вау, птицы что ли? Или кабаны? Офигеть! Кабаны! Так, а где медведь-то? Я же пальнул в него вроде. Он здесь где-то был. Ха-ха, странно. Ну ладно, не суть. Давайте, друзья, продолжим в следующей серии.